Всем привет, девочки! Сегодня у меня вот такая вот чудесная подруга, моя подруга Марине. Я у нее в гости приехала. Она вот, между прочим, в кардигане Ирис. Да, навязала тестовый экземпляр моего кардигана Ирис. Он совершенно роскошен. Особенно этот шоколадный цвет. Цвет это вообще, это просто, это отвал башки. И вот Марине мне тут внезапно, она показала вот такую вот штуку, которую я никогда в жизни даже не видела, девочки. Я не видела, я в шоке, я сама в шоке, если честно. Вот это вот, это спицы. Причем это Knit Pro. Это мои любимые Knit Pro. Вот она сейчас вяжет на них. Вяжет для младенчика кофточку. Это крохотные-крохотные спицы. Это спицы младенчика. Это бэби-спицы для бэби-вязания. И сейчас я буду пробовать на них вязать. Так, сколько... Интересно, сколько у них длина? Сейчас я померю, какая у них длина. Сейчас я попробую померить. Я даже не знаю. Так, сейчас прям мерим. У нас в прямом эфире происходит это самое... чудесная вещь. Значит так, сами спицы, вот если говорить про деревянную часть, то есть это береза, я так понимаю, что это все-таки береза у нас, 3 сантиметра, а от, ну как бы полностью, да, вся длина спицы вместе с вот черешком 5 сантиметров, то есть это 5 сантиметров спицы, и к ним идут вот такие вот масенькие лесочки. Сколько ты говоришь, они? Лесочка, сколько? 11. 15, я не помню. Сама не замеряла. Сейчас мы разберемся. Вот я не представляю, как на них вязать. Я никогда на таких не вязала. Ты знаешь, что лесочка даже 17 сантиметров. О, какая длинная. Получается 27. 27, да. Вот к ним даже есть описание. А они как-то называются каким-то необычным образом? Да, вот деним. Ну, деним – это джинсы. Это джинсовая коллекция. Это значит, вот этот чехольчик, вот он, видишь, из джинсы. И это деним. То есть это просто джинса деним. А тут-то написано просто специальная коллекция. Edition, то есть выпущена by Knit Pro. То есть получается, что они никак по-особенному не называются, просто классный такой вот чехольчик. И вот в чехле... Вот это самый маленький из всего, что я знаю. Вот я тоже теперь знаю, что это самое маленькое. В общем, сейчас мы будем производить смертельный номер, и я буду пробовать на них вязать. Что взять? 4,5? А, вот мне Марине дала ниточку. Это что здесь у нас? Это где-то, наверное, 200. На 100 грамм. Тогда я возьму, вот, наверное, я возьму, вот, 3,5 я возьму, мои любимые, я люблю 3,5, блин, мне вообще интересно, смогу ли я ими вязать, я что-то не уверена. Ну вот ты говоришь, что тебе нравится, да, что ты прям вяжешь? Мне нравится, я вообще не понимаю, как я без них жила и почему я сомневалась. Очень многие пишут в своих отзывах о том, что это спицы неудобные, что им некуда приткнуть мизинцы, что там не за что держать их. Но вот для меня в действительности это самые удобные для маленького размера носки, рукава, манжеты, макушки шапочные. Для меня идеально. Да, супер. Интересный вариант. Ну что, давайте пробовать. У нас вот тут вот есть еще эти самые всякие вкусняхи. Вот так вот мы сидим со вкусняхами и пробуем вот такие вот спицы. Блин, даже прикольно. Нет, на маленькой лесочке я вязала, на крохотной лесочке. Мне, кстати, не понравилось, потому что неудобно. Хотя, с другой стороны, может быть, было неудобно из-за того, что были длинные спицы. Ну да. Вот, между прочим. Слушай, это идея, кстати. Потому что, да, я вязала на обычных укороченных. Взяла вот эту маленькую лесочку. Тоже вот для мысков-носочков я ее купила. И мне совершенно не зашло. Было очень неудобно. Теперь она у меня валяется. Это не ниточка. Ну вот очень многие девочки пишут о том, что чтобы вязать на этих спицах, нужно держать
вязание под определенным углом. Я начала сейчас себя уже подозревать в том, что я неправильно как-то вяжу, потому что у меня угол вязания не меняется. Я совершенно не задумываюсь о том, куда деть свои мизинцы или там другие пальцы. И абсолютно спокойно вяжу на этих спицах и не испытываю никакого дискомфорта. Слушай, круто. Круто. Так, окей. Ладно, все, поехали. Поехали. Первый ряд у нас будет лицевой. Это ж прикольно. Забавно. То есть такое ощущение, как будто бы вяжешь зубочистками. Взял зубочистки и вяжешь. Ну, с учетом того, что они деревянные, то да. Да, это практически одно, но и то же. Можно даже в зубах поковыряться так, если что. Если взять тоненький номер, то вполне. Ну, вообще, я тебе скажу, как бы вяжется, да. Очень, ну, необычное, странное ощущение. Конечно, как-то непривычно. Нет, погоди, я уже взялась, я хочу понять. Ну, вот у меня пошел изнаночный ряд. Ну, скажем так, изнаночные вязать менее удобно. Ай, вот уже приходится натягивать вот эту леску. Вот прям вообще не зацепляется. А лицевой ряд хорошо прошел, а вот изнаночный... Даже не то, что спицы слишком короткие. Короткая леска, и мне неудобно. Ну вот тебе, то есть, надо под определенным углом. Да, да, же. Вот мне, да. А я пробовала вязать и узоры в том числе, у меня все получается. То есть я, видимо, под этим углом как раз и вяжу. Наверное, да. Наверное, просто у тебя какая-то своя привычка держать руки, и поэтому тебе удобно. Ну, конечно, да, для очень маленьких вещей это выход, естественно, такие мелкие спицы. То есть, если кто-то вяжет прям для младенчиков всякие такие вещички, то это, безусловно, выход. Но я бы не стала вот так вязать все. Ну, сейчас вот я довяжу этот изнаночный, и лицевой должен быть хорошо. Если вязать по кругу только лицевой ряд, тогда вообще, ну... Все прям огонь. А изнаночный неудобно. Ну, прикольно. Ну да, да, ты знаешь, да. Лицевой хорошо идет. Очень различается лицевой и изнаночный ряд. Очень различается. Лицевой очень хорошо, быстро, отлично. Ну, хотя все равно, у меня вот пальцы длинные, у меня длинные пальцы еще. Они, конечно, их приходится как-то скукоживать. Ну, давай я вот к тебе присоединюсь. Да. Вот покажи, как ты вяжешь. Да, ну вот у меня лицевой, например, идет очень легко, да? Да. Ну, сейчас попробуем изнанку. Попробуй вот изнаночную, мне даже интересно. Вот изнанка. Видимо, у меня все-таки. А, ну ты по-другому еще нитку держишь. Ну, возможно. Вот лицевая, изнанка. То есть мне без разницы, что на них вязать, лицевую или изнанку. Угу. Ну, ты немножко по-другому, да, держишь. То есть вот, пожалуйста, ну, как бы индивидуальные особенности, они, ну, влияют на выбор спиц. Угу. То есть кому-то, например, удобно, кому-то, ну, просто нормально, а кому-то вообще неудобно. То есть здесь действительно нужно разбираться, как бы хочется или не хочется такими спицами вязать. Но, да, в любом случае это очень забавно, то есть имеет место быть такая вот прелесть мельчайшая. Так что если кому-то, например, интересно попробовать, то вот запросто можно попробовать такой наборчик. Сколько он стоил, такой наборчик? Ну, в среднем в магазине он стоит... 4000 с лишним, но бывает, что по акции можно купить в районе 3500-3600. Ну, их здесь 6 номеров. Ну, в принципе, это нормально. Тут как бы даже есть прям толстенькие-толстенькие до 6, да, до шестерочки. Вот до шестерочки и начиная с тройки.
Ну, нормально. На младенца больше точно не надо. Так что вот, пожалуйста, такие вот новинки из мира, я бы сказала, со стороны лилипутов. Новинки из вязальной страны лилипут. У нас сегодня.